1 июля 2018-го все грузы, подконтрольные Госветнадзору, подлежат обязательной электронной сертификации в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий», которая отслеживает их на протяжении всего жизненного цикла – от сырья до готового продукта на полке конкретного магазина. Касается это как производителей животноводческой продукции, так и поставщиков и торгующей организации. Ветеринарная сертификация – это, по сути, проверка продукции на пригодность к употреблению и безопасность. В настоящее время сертификация также есть, но бумажная. Изначально нововведение планировалось с января этого года, но в связи с тем, что предприниматели не до конца были к нему готовы, срок перенесен на 1 июля. Ветеринарные сопроводительные документы оформляются обязательно в электронном виде только. При этом предпринимателям нужно будет заходить в систему «Меркурий» и гасить ветеринарно-сопроводительные документы. Также предприниматели, которые зарегистрированы будут в системе «Меркурий», могут подавать заявки на оформление ветеринарно-сопроводительных документов, либо же сами на некоторую продукцию сами могут оформлять ветеринарно-сопроводительные документы. Сертификация позволит защитить регионы от распространения заразных болезней, а население от животноводческой продукции непонятного происхождения. Штрафы для тех, кто захочет обойти систему, до 1 000 000 рублей и приостановление деятельности предприятия. Андрей Симоненко, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».